Куба может стать проводником в укреплении отношений Беларуси со странами Карибского бассейна и Латинской Америки. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с послом Кубы, который завершает свою дипмиссию в Беларуси. Почти 4 года работы Херардо Суареса Альвареса отмечены серьезным ростом взаимной торговли. За последние 2,5 года объем взаимных поставок достиг 6 миллионов долларов. Куба экспортирует в Беларусь лекарства, а Беларусь в Кубу сельхозтехнику. Поддерживаются связи в области образования, здравоохранения, военно-технического сотрудничества. В Беларуси подготовлен проект концепции совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства. Об этом заявил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин на открытии республиканского семинара по совершенствованию работы ЖКХ. Вице-премьер призвал участников семинара вносить конструктивные предложения по повышению эффективности работы. С учетом обсуждений, проекты нормативных правовых актов будут доработаны и внесены на рассмотрение главе государства. Сегодня работу системы ЖКХ участники республиканского семинара увидят и на практике. Белорусские спасатели сегодня продолжают практическую отработку реагирования на радиационные аварии. Основной площадкой учения стала белорусская атомная электростанция. Внимание информированию населения, йодной профилактике, отселению людей, доставке продуктов питания. А накануне спасатели отработали ликвидацию чрезвычайной ситуации, извлечение людей из-под обломков, тушение пожаров и действия при столкновении железнодорожных составов.